дружелюбно сказал Бендер. И правильно. С деньгами нужно расставаться легко, без стонов. Для хорошего человека и миллионы не жалко, ответил конторщик, чему-то прислушиваясь. Когда они повернули на улицу Миллинга, над городом пронесся воющий звук сирены. Звук был длинный, волнистый и грустный. От такого звука в туманную ночь морякам становится как-то не по себе. Хочется почему-то просить прибавки к жалованию по причине опасности. Твою-то мать! Охренеть. Все, Лёк. Ты лежишь! Уйди! Да уйди, сказала! Не смешно. Я не смеюсь. Бах! Есть контакт! Фамилия не очень, дата рождения. Там сейчас потому что они, блядь, на 2 минуты, если не могли уехать. Нам некогда, нам некогда, блядь. Тут некогда.
Держись! Один, два, три. Хуя он собрал, блядь. Четыре, пять. О, шесть. Семь. Восемь. О, девять. Он вытаскивает, что ли, кого-то? Не знаю. По-моему, баба какая-то. Там женщина. Устроила, блядь. Нихера себе, тут что-то столб уронила. Ебать.